Вот очередная зарисовка по Праге. Ходили мы как-то по Праге, по центральной улице, и обнаружили вот таких вот непонятных людей. Одеты они в какие-то такие... Ну, я даже не знаю, что это такое. Платье, не платье. Такие балахончики из мешковины покрашены. А на голове у них, похоже, что-то напоминающее цветы. Я их определил как, наверное, что-то связанное с Гринписом. Ну, спокойно так ходит, со всеми фотографируется. Полицейские к ним подходят. Что-то там говорят. Видимо, эта акция запланирована, поэтому их никто не задерживает. А не ходит, вот побежал. Вот, видишь, раз. Вот. Все радуются, понимаешь, с полицейскими разговаривают. Народ ходит, смотрит, фотографируется с ними. Вот такая вот зарисовка из Праги. Вот все. Пока, до встречи.